Фокус. Мотор. Поехали. Туду. Туду. Такой. Все время там на передовых, наверное, таких аспектах, где надо было что-то... Бля, как это слово-то называется? Ты материшься на камеру. Блин, я говорю, блин. Вы неправильно поняли. Вот. Какие-то всякие чаепития, ну, в это, вот, там, в начальной школе что такое бывает? Вот всегда за там, вот там Семенов будет нас отвечать за, на современном языке называется плейлист. А ты занимаешься музыкой? Музыка. У нас вообще понимание, вот. Ты очень понимаешь. Да. Мы понимание. Очень с теплотой вспоминаю тот период. Немножко жизнь была другая. У людей заботы были другие, все были на самом деле добрее, это было круто. Ну и сейчас, дай бог, просто устаканилось и позитив прет. Любовь к родителям, ну, об этом даже говорить не стоит. Вот видишь, какая она сильная, даже не дает сфокусироваться. Наверное, даже где-то смесь посерединке, вот эта смесь. Любовь и любовь, алкоголь. Не, я это не скажу. Ну да, вот это вот хорошая штука, которая побуждает каким-то таким правильным действием. Не всегда алкоголь является допингом, который способствует для формирования картинки, да, для поднятия настроения публики. Зачастую, да, наверное, в большинстве случаев по трезвянке играем, работаем. Очень часто атмосферу создают, наверное, сами посетители. То есть они этим заряжают. Ну, соответственно, шаманы, давай так назовем, да, там человек, который стоит с бубном там и колдует что-то. Вот, который для них делает там музыкальный вечер. И в связи с этим где-то в голове, в мозгу что-то, наверное, там переклинивает, там заклинивает, и ты становишься какой-то там такой заведенной игрушкой, когда все получается, и когда ты на одной волне с публикой. То есть вот два фактора, это либо алкоголь, либо вот сама публика. Ну а если эти два фактора вообще сложить, это просто вообще гремучая смесь. Любовь к музыке с самого детства. Сколько помню, еще лет с четырех вот там заразился, песни пел, там жил в частном доме, ну, там со соседних дворов там, ну, все мелкие бегали мы. Что-то выступал там перед ними, какие-то песни, концерт там. Но мне бабушка, помню, гитару сделал деревянную такую, ну, пародию там на электрогитару, на соло такая. Что-то вот там наяривал, будь здоров вообще. Вообще трындец. Дом всяких инструментов там, бля, аккордеоны, баяны, блядь, все эти клавишные. Ну, короче, вообще, по-моему, все. Бренькал весело. Наверное, я такой вот. Наверное, проблема во мне. Слишком занятой, как мне говорят. Наверное, мало внимания уделяю. Постоянно там в будни работаешь, в выходные, блядь, работаешь. Когда выходной, ты работаешь, а потом опять в будни ты работаешь. Да. Но, тем не менее, то есть везде негатив, а позитив, блин, ну, прикольно, у тебя работа прикольная, ты там это, делаешь там клевые вещи, но и вот получается, не стыкуется как-то. У каждого человека есть такой момент, когда терпение заканчивается. Поэтому, наверное, нет рядом. Ты уже снимаешься? Yeah.